Вот так вот, нежданно-негаданно, Final Fantasy 15 и эпизод Арден. Вы этого не ждали, я это планировала, но никак не могла осуществить. Но, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Собственно, дорогие друзья, возвращаемся в эту игру. Не ржи, Арден там валяется, ржет что-то. Возвращаемся в эту игру. Единственный момент, который будет отличать этот эпизод, этот DLC от основного прохождения, от всех предыдущих DLC, то, что основная игра и предыдущие DLC проходились на Sony PlayStation. Этот DLC будет проходиться на ПК. Я надеюсь, что все будет более-менее нормально. К сожалению, игра, не сказать, что прям очень хорошо оптимизирована. Графика такая у нас себе будет, что-то серединка на половинку. Вряд ли хуже, чем на Sony, но я надеюсь... Мы здесь не ради графики все сидим, и то, что мы увидим, в принципе, оно и так будет неплохим. Чтобы этот эпизод сильно не выбивался из общей канвы, то есть из основного нашего прохождения, японская озвучка, русские субтитры, все как надо. Но об этом мы еще поговорим в конце этого DLC, я думаю, если я не забуду. В любом случае, начинаем. Обычную давай. Где моя сложная сложность? Ё-моё, обычная тут такая легкая, ей-богу. Не проходила, ничего не знаю. Поэтому ждала, когда я смогу вам все это дело записать. И да, один момент. Анимационный проложек, по-моему, там в полчаса про Ардена. Я, честно говоря, не посмотрела, потому что я вот только сейчас о нем вспомнила. Ну да ладно. В принципе, я не думаю, что он сильно мне что-то там... расскажет. Вообще, конечно, по-хорошему надо было, но серьезно, я только сейчас о нем вспомнила. Нормально. Эх. Давай, Арден. У тебя есть шанс восполнить пробелы, потому что в основном прохождении я жаловалась на то, что Арден мог бы быть интересным врагом, если бы про него побольше рассказали, а так он как бы выглядит застранцем, просто чтобы быть застранцем. Вроде как бы предыстория есть, и повод для того, чтобы быть застранцем, тоже есть, но ничего об этом было не сказано, и как-то выглядело это немножечко халтурно. DLC, к счастью, вышло, и это все дело должно быть исправлено посредством этого DLC. Так что, да, большую надежду возлагаю. В принципе, думаю, буду не разочарована, но, конечно, печальненько, что ввиду всех этих движух с Final Fantasy 15. Другие DLC-хи, про Луну в частности, были отменены. Очень жалко. Кацте, Камикара токубецна чикара о сазукари. Кюсэши то ёбарета отоко га имашита. Каре но нава アーデン・ルシス・チェラム。ルシス王国、初代の王になるはずでした。Отсылочка. Раньше по этому тоннелю, вот с теми же самыми ракурсами, ехал Ноктис в ранних трейлерах. Но
ウシス王国の建国記念日です。初代王ソムヌス像の展示や記念パレードなどの催し物が中央通りを中心とした王都城周辺エリアで開催されます。皆様お誘い合わせの上どうぞお越しください。以上王国広報局よりお知らせでした。行かなくていいのかい。お天気あんた警備隊員だろ。本日の王都は晴れて青空が広がり穏やかな一日となるでしょう。ああこれから別の仕事でね。一部では夕方から夜にかけてやや荒れ模様となる。以上ビスパレオになった。やっと戻ってきた。建国記念祭へようこそ。中央通りではまもなくパレードが開催されます。無事嬉しい。スパイシーズのソムヌス・ルシシ・チェラムゾーとともにレイス国王陛下の王都城周辺を巡行いたします。そしてクラッシーはクラッシー。これがソムヌスが作った街。Хоть так. Проблем. Коллега, Хейно Сото Дева Сенсо Штиру Тенони. Нонки на Монда. Слушай, ну красиво, красиво. До сих пор немножечко жалко, что вся движуха, которая происходила в Люцисе, которая должна была быть изначально в основной игре, была выведена в фильм. Но благодаря этому мы хотя бы познакомились с Никсом. Он такой высокий, ё-моё. Вот так вот посмотришь, да, на него и на остальных. Просто огромный. Сёдаю. ソムヌスの像、これがソムヌス。バカな。походочка такая вальяжная。親衛隊だ。王様直属の部隊を見れるなんてよかったな。かっこいいな。僕も親衛隊になりたい。あれが王の城か。始めようか。あれ。странно, что на него как на дебила. Ой, Фритушка, здравствуйте. これだから神様って。Порабощать сейчас будем, да? История свергнутого короля, пленника судьбы. Та же самая музыка, которая играла, кстати, на Ифрите в прологе основной игры, если я не ошибаюсь, если я правильно помню. Давно это было. О, эти извечные загрузки, конечно. Такой-то год. Как там эта эпоха-то называлась? Жители королевского города готовятся к празднику. В Инсомнии скоро пройдет фестиваль основателя. Но граждан Люциса ждет горькое разочарование. Ардиан вернулся, чтобы разрушить их мирную идиллию и вернуть в хаос свою былую родину. Не. Глава первая. Пробуждение тьмы. Не знаю, кстати, насколько продолжительно это DLC. В принципе, я думаю... Может быть, чуть-чуть длиннее основной, а предыдущих вернее. Аден. Эра. Фонтони? Зона кото ару но? Фонто са. Даре ни демо мачигай ва арун да не. Не.
疲れているようだけど大丈夫？心配ない。俺は神から授かったこの力で一人でも多くの人を救いたい。神のご意志に報いたいんだ。神はきっと見ていてくださる。信じて成し遂げて。大丈夫。あなたには私がついてる。такой беспалевный клон луны。今のあなたに必要なのは2つ。1つは休息。もう1つは私よ。После такого, конечно, представить, что он так легко зарезал Луну, у которой ее лицо показывает хорошо, насколько он изменился, конечно. の通りだ。誰だ。運べ。А ти папка промта молодой. Ардин, конечно, ни разу не похож на Иисуса, не хочу, конечно, ничего сказать, но... История у него тоже ни разу не перекликается. Йокай, гензай, тайшо исо чу. Ютэ дори, ильёхан но джунби о кайсу. Ну, любопытно, на самом деле. そちらの状況はどうか。問題ない。特に異常な。давай, давай, давай, самурай мой. アダキウムを発見。アダキウム。イシロエ押し戻せ。手段は問わん。あれをこの島から出してはならん。ニフィガニ、プレモ охраняет меня。やめろ。やめろ。ちょっと、ボンバニョッ。かまうな。Все понеслась. Когда здоровье Ардина падает до нуля, в нем пробуждается сверхсила. В этом бессмертном состоянии его атаки наносят больше урона, но его максимальное здоровье уменьшается каждый раз, когда он получает урон. Логично, не? Когда максимум ОЗ Ардена снизится до нуля, игра закончится. А. Ля. Сейчас факапну пару раз, подождите. Нажимайте X, чтобы нанести удар королевским оружием. Удерживайте X, чтобы провести блиц-атаку, обрушив на врага серию ударов. Хорошо.
Нифига у него, блин, атаки, слушай. Ну... И в щеки орден. У него же ворота... Нет, кстати, не так. Немножко, по-моему, не те кнопки. Телепортироваться умеешь? Просто у него нет сейчас, у него не работают ворота. Только можно так перемещаться, что-то делать. Он как-то очень... Им странно управлять после Ноктиса. Господи. Он уворачивается как-то в процессе атак сам. Это сложно объяснить. Вот, спасибо, теперь есть у ворота. Где же они раньше были? Нажмите ЛБ, чтобы поворачиваться. Удерживайте ЛБ для быстрого скольжения. О, боже мой. Вот это 5. Блин, слушай, Арден, ё-моё. Ой, 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 карту закройте, пожалуйста. Просто такой тень. На тебе со спины. У меня же ворот был нажат. Он просто, видите, вот когда я атакую, он вот, вот этот телепорт он делает сам. Это, конечно, немножко. Блин, ну куда вы ушли? Идите сюда, мне неудобно. Дай мне телепорт еще до кучи, пожалуйста. Так, что-то серьезно, это кор, что ли? Он вообще не должен быть. Но похож. Успешно нанесите 5 ударов, чтобы выполнить добивающий удар и получить шанс обратить противника в демона. Ну, точно не кор. Ну, не только ж кор с катаной бегает, в конце концов. Нажмите Б, когда противник уязвим, чтобы обратить его в демона и забрать его жизненную энергию. Офигенно сделали, потому что, по сути, даже в самом начале Ардена начинаешь жалеть. Его в конце-то основной игры было немного жалко. А тут-то прям вообще сразу хочется всех порвать за него. Здорово. Очень ждала это DLC, но прошла не на релизе. Да, да, такое бывает, такое случается. Адажио. Интересно назвали, конечно, учитывая, что Адажио. Глава 2. Обманчивая правда. Эйро. Сомнус. 許せ兄上、一つの国に王はただ一人。いけない。ヘイラ。ヘイラ。ヘイラ。ヘイラ。
アーデン様、バーサタイル閣下がお呼びです。Со спины вот так, если смотреть, такой этот самый Ходжу немножко. Ну давай, ты будешь двигаться, нет? О, спасибо. Супертоник, о, подозрительно. Дневник директора Бисити, а можно как-то открыть? Как там это делается-то? Я поняла, поняла. Можно? Не сегодня, да? Окей. Предметы, пожалуйста. Посмотреть. Я хочу учить, а почитать. Одна из заметок доктора Бисити, хранящаяся в его исследовательском центре. Это текст озаглавлен «Звездная скверна». А почитать-то как-то... Я помню, что здесь нельзя как бы читать, но вдруг что-то изменилось. То есть, если ты можешь что-то почитать, ты это подбираешь сразу же. Ну, то есть, как бы открывается табличка, и ты читаешь. Может быть, это какой-то, ну, не знаю, флешки какие-нибудь с этим дневником, можно будет потом куда-нибудь. Да подожди ты, господи. Кударанай хон бакари. Почему тогда такой акцент на этом, ё-моё? Ну какой он высокий, господи, просто гигантский. Знакомые коридоры. Угоки зрай на коно фуку. Он, интересно, в японской версии тоже сказал именно вот так и именно это. Таношику най нагаме да. Да в смысле? По-моему, очень даже красиво. Хотя, может быть, он не первый раз выходит, уже год прошел так-то. Ему уже не так это все интересно. Так, а тут? Ма, сватте кре. Табенайнока? ここに来てどれくらい経った?200と4日、7ヶ月といったところだ。ルシスはおよそ2000年もの間、そなたを牢に閉じ込めていた。時間の感覚がおかしくなるのも無理はない。さぞルシスを恨んでいるだろう?放っておいてくれ。 俺の体を調べて何か分かったか?私が調査している死骸とも全く違う。さすがはルシスの禁忌。死骸の力を持った人間を初めて見たが、本当に素晴らしい。体を死骸に侵されながら死骸を力として生きている。
細胞自体が自己再生するだけではなく、他の生物を侵食し親愛化することもできる。まさに化け物。いや、人を超えた存在だ。さらなる協力をお願いしたい。この食事は複製した野獣の肉だ。複製？体細胞を培養し、それをドナー細胞としてレピシエント卵子へ核移植、細胞融合させた。もういい。人間のわかる言葉で話してくれ。Пришел такой из средневековья, 21 века. なぜ俺に力を貸す？そなたは自分が神に選ばれたと言っていたが、神に近い、いや、むしろ神と言える存在だ。我々はそなたの力を必要としている。その力をもってすれば、ルシスとの戦争を終結させることができる。ルシスの滅亡、それはそなたも望んでいるはず。もう終わったことだ。仇がもう死んでいるとしても、ルシスの血は絶えておらん。そなたの怒りも収まっていないのでは？貴様には関係ない。来てくれ。まだいい。Насколько все-таки, да, не похож этот товарищ на Промпт, ну что логично, несмотря на то, что он имеет его лицо. Даже какие-то вот мелкие... Мимика, кстати, такая же, как у Верштейля, когда он был, ну, в возрасте в основной игре, и не был похож, соответственно, на Промпта ни капли. Точнее, не имел это лицо и не был похож на это лицо, которое потом было у Промпта. Но... Вот так вот смотришь, вроде лицо знакомое, но настолько все разное, клево. Что в очередной раз доказывает то, что лицо это не главное. Даже со спины не разно. Знакомые места. Соната га ураямаши.世界の断りを返するのに、人の一生は短すぎる。好きに見て回るといい。исторический анализ。死骸が新たな生物として認知されたのは、およそ200年前のことである。しかし古い文献によれば、2000年以上の昔から死骸による病が人類を脅かしていたようである。死骸化はプラスモディウム変異体が獣や人に寄生し生態を変化させてしまうことで起こる。黒色粒子を放散し、これが広がることを星の病と例えることもある。この模型は途中に残された死骸型のモールドに石膏を流し込んだレプリカである。死骸は生命活動を停止すると気化するため、この個体は泥が固化するまで生きていたものと思われる。光に弱い死骸が身を守るために土に潜る様はたびたび目撃されている。Блин, видели вот эту рожу на фоне мерзкую? Это же вот эта змеюка, я так понимаю, да? Лицо, по крайней мере, похоже. Так, нет, это основное, не трогаем. Нет, подожди, я не знаю, что это. Там что-то кто-то копошится. О, лагерек, серьезно. Отдохнуть нет. Курема, сыкай. О, мать часть. Иос на танжо штанова. およそ45億年前と推測されている。содержательно。神話によれば、古代ソルハイム時代、イオスを守護する六神が現れたと言われている。
А, блин, нельзя как-то это было все в один файл, не? ピストアラ地方では最古の人類と思われる人の化石が発見されている。人類が火を使い始めたのはソルハイム文明以前のスカープ地方と言われている。神話では変身が人間に知恵の炎を授けソルハイムの王となったとされている。機械文明ソルハイムの発祥地はダスカクレイン地方と推測されている。しかしながら、その発生と滅亡の時期は不明であり、現在調査中である。ダスカ地方とクレイン地方を分かつ、現在はテルパの爪痕と呼ばれる地にて、神々の戦い、魔大戦が勃発したと言われている。人間を焼き尽くそうとした遠神と他の神々が戦い、これによりソルハイムは滅亡したという。Да, огонь, а потом сжег, охрененно。魔大戦で敗北した遠神イフリートの体はラバティオ火山に安置されたと言われている。ラバティオ火山に安置されたと言われている。куда можно сходить в основной игре и куда мы в принципе ходили, там было, конечно, интересно。魔大戦の後、狂人シヴァが眠りについた場所はボルク地方グロブス渓谷と推測されている。Ну, кстати, приятно, что добавили вот эти моменты, потому что ты, когда проезжаешь мимо этой Шивы в основной игре, ты такой думаешь, как вообще, чего, зачем, почему она здесь лежит, как это работает? Много вопросов, конечно, возникает, и ответы, конечно же, толком не даются. Так, какие-то полунамёки, что-то такое. Здесь хотя бы как-то структурированно это всё подаётся. Матайсен но ночи, кеншин Бахамуто га немури ни цуита башо ва фумэй де ару. Ну, мы-то знаем. Матайсен но ночи, кёшин Тайтан га немури ни цуита башо ва Даска чихо, Каатес но озара то суисок сарете иру. Матайсен но ночи, Райжин Рамун га немури ни цуита башо ва Даска чихо, Фоссио доукуц то суисок сарете иру. Матайсен но ночи, Суйжин Ливайя сан ва Мизу но мияко, Ортисие но кайте де немури ни цуита то суисок сарете иру. Сучка эта. Оёсо 2000 нен май, Черамуке тоушу, Сомнусу Лусису Чераму га Кристалл то Гоёу но юбива о камигами йори хайджу ши Лусису оококу о кенкоку шита. Икоу 10数 сейки ни ватари 寄生虫による流行り病に悩まされながらも半島を拡大。ME722 年現在、モルス・ルシス・チェラムが第112代国王を務める。次期王位継承者候補は、継承権第1位のモルスの子、レギス・ルシス・チェラムである。セシナ、ザウッティア・モルソン、イジュー・パトム・セティム。ガーディナ沖に浮かぶ島、御影島は、ルシス王国民が聖域と定める無人の島である。この島に人ならざる者アダギウムを封印したとの文献が残されており、その真偽を現在調査中。ルシス王国成立の後を追い、カンナギ・フルーレ家はテネブラエを建国した。 ME359 年、帝国はテネブラエを支配下に置くが、民衆のカンナギ信仰を尊重し、フルーレ家の住まいであるフェネスタラ宮殿はそのままの形で残した。ルシス王家と親しいカンナギの家系を生かすことはルシス攻略のためにも重要である。商業と貿易の都市としてアコルド自由都市連合は発展してきた。 ME606 年、帝国軍はルシス・アコルド連合軍と交戦。これに勝利し、アコルドを支配下に収めた。議会制、水神信仰など、帝国とは相入れない制度、文化が浸透しており、帝国はこの国の自治を認めている。ルシス建国の数百年後、ウェルエタム地方を中心に古代ソルハイム文明の復興運動が起こった。その運動を率いたエルダーキャプト家が、ニフルハイム帝国を起こして独立する。古代
ソルハイムで魔導と呼ばれていた資源遺産を軍事利用し、 ME359 年にテネブラエを制圧、 ME606 年にはアコルドを支配下に置く。 ME722 年現在、イドラ・エルダーキャプト陛下の指揮のもと、魔導と死骸を使った新兵器を研究開発中。古代ソルハイム文明の名残はスチリフの森プティオス遺跡付近にて見て取れる。コースタルマークタワー周辺の遺構の森には旧時代の遺跡が広く分布しており、現在これらの地の発掘調査が進められている。 ME501 年、ウルワート地方遠征中の帝国軍が新種の生物死骸を発見した。Ну да, вот эта змеюка как раз мерзётная. Окей. Прикольно, прикольно. Хоть как-то читаешь, у тебя создается картинка мира до конца, потому что раньше только так по каким-то крупицам, что-то как-то догадкам, по ранним кускам матчасти, если можно так выразиться. У тебя что-то там пыталось складываться. Вот этот арт, я помню, конечно, еще до выхода игры столько теорий на нем выстраивалось. То, что если слева вот этот вот крылатый, это Бахамут, почему он с русалкой? Если русалка это Левиафан, она же Гидрея, вот это вот почему? Короче, что-то там, что там только не было, господи. おそらくルシスの戦士と歴代の王、初代王はソムヌス・ルシス・チェラムと言ったか。まさか兄がいたとは。選ばれし王が闇を払うという伝承を表しているようだが、それが本当ならばこの先ルシスが世界の覇権を握るというのか。伝承など当てにはできん。我々の技術が世界に均衡をもたらすのだ。Тоже мне, блин, тамплиеры, ассасины, ё-моё. Сайжоудан не эгакарете ирно ва Каннаги де аро. Шодай Каннаги, Эйра Мирус Фрууре кара цзуку то юареру, моттомо хуруки чисуджи но хитоц, Ками то кокоро о кавасу юиц но сонзай. Коно э дева, хикари о мотарасу мегами ни миэру га, хаташте, варера но теки то нару ка, миката то нару ка. Так, подожди, в смысле? Она может стать союзником, если удастся ее убедить? Подожди, это же про Луну говорила, да? Ну, скорее всего, это говорится про Луну, но... Как бы, потому что она-то... Эра-то уже все, того? Молодцы, конечно. 歴代の王、みんなで仲良く悪者退治か。Первые грязные мыслишки в голове Ардена зарождаются сейчас. Так, подожди, что тут? Вот нахрен я это собираю, а? Если я это не могу прочитать. Во имя чего? Чё, чё? А. Так, ну внизу вроде все. А, здравствуйте. Ну, не знаю, может пригодится потом. Может реально потом послушаем, куда-то вставим. Да, должен же быть в этом какой-то смысл. Так. Ну да, это мы все посмотрели уже. Валь
большая-большая классная дверь. Здравствуйте. Вот раскидал-то тут свои бумажки. Пойдем же макать кнопочку. Давайте только на всякий случай отдохнем. Я устала, я утомилась. Слишком много информации. На ту штуку еще надо нажать. А, ну тренировочная какая-нибудь фигня, да? Приехали. その行動は夜または暗所に限られる。しかしアダギウムは違う。死骸でありながら日の光の下での活動が可能だ。おそらくは他の死骸同様に光による能力を有しているものと思われる。何も見えない。これは日の光と。 Зашел такой и, знаешь, как будто бы мне об этом рассказывают, то что вот есть подвид демонов. Вот одни уязвимы к солнцу и ультрафиолетовым лучам, но наш демон особенный. Ультрафиолетовые лучи совсем немного ранят его. Что это такое было? Он так спокойно к этому отнесся? Ну, давай отдохнем. Тинь-тинь. Давай. Да, я застряла. Вот так вот я и умерла. Черт. Не зря сохранились, прикинь, не вышли бы сейчас. アダギウム、ルシスの者がそう呼ぶそれは、2000年の長きにわたり幽閉されていた。人を遥かに凌駕する力、殺そうにも殺せぬ不死の体。恐れを出したルシス初代王は、それが永遠に目覚めぬよう、神の座する地、御影島に沈めたという。私は幸運に恵まれている。2000年にわたりルシスの禁忌とされてきた、 アダギウムの確保に成功した。来るものすべてを拒んできた荒波や稲妻も、あの日の私には道を開いたのだ。詳しい研究はこれからだが、御影島での彼の戦いぶりを見るに、想像をはるかに上回る力を有しているものと思われる。私は幸運に恵まれている。 Слушайте, мне вот интересно, если все это время Ангелгард полноценно защищался, да, войсками Люциса, потому что они очень быстро среагировали на то, что нас там что-то выкрадывать пытаются, Регис, соответственно, должен знать про то, что все, Ангелгард пуст, и то, что там хранилось, оно где-то ползает. Как-то вот... Нанто сбараши. Сонатано кирокуа... Отсюда как бы и вопрос. Потому что, ну, Морс, все понятно. Он точно знал. Регис должен был знать. И как-то такая информация... Типа, время прошло, вроде ничего не происходит. А, пойдет, знаешь, черт с ним. Но то, что Ноктис просто вообще особо ничего про Ангелгард не знал. Еще помните, когда мы путешествовали в основной игре, он такой, а что это такое? Ленивая жопа этот Ноктис. Санагара, камино стендемита коно секай но катач. Тейкок рёдо сайген шта моке да. Ичибу, рёдо тонару ётэйчи мо вкуму га не. Ски ни миру то и. Да было уже. Мисетай моногару. Цуйте ките кре. Я искренне пытаюсь. О, дырочка. Лабатио казан де омосурой моно о мицкете не. Коно жиккен га сейкоу суреба, соната га мотомете иру жохо га те ни хайру камо ширенай. Кочира е. Да я уже понял. Ифрит, давай, сейчас должно быть что-то с Ифритом. Мы же должны его как-то поработить.
чтобы он плясал под нашу дудку. Это как бы канон. Ну. О, да. Эншин Ифрито. Камио. Хакунда тою нока. 神話通り深く眠っていたので氷漬けにしてね。あれを死骸にできるかな。神を死骸に。死骸にすれば人が到底知り得ぬ真理に触れることができるはず。2000年前の神の記憶を知ることができ従えることができれば強力な武器にもなる。そなたにとってもそんな話ではない。 Неудивительно, конечно, что после всей этой движухи Арден так... Очень быстренько избавился от Верштейля. С таким-то обращением. Потому что немножечко, ну как, не то чтобы прям сильно удивляло то, что Арден в основной игре потом подложил свинью Верштейлю. Ну, то есть, он тоже там в демона обратился. Но просто вызывало вопрос, типа, а что именно подтолкнуло? А вот здесь прям сразу все понятно. Вы готовы? Нет, ну давай. Аренка? Оноре Люсисме. Кумитай, Адагиум о хаккен. Нимбус-тай ни горю ёсе. Сентоу сюрио маде цушин фуса. Оре о кроши ни кита нока. Кано нара не. Ай, оре о кроши ни кита нока. Оре о току но мкаси ни синде иру нока. Там не едать мне, но не могу. Блин, Арденам, конечно, не так удобно все-таки местами. Прощайте врагов в демона, чтобы заполнить призрачную шкалу и увеличить силу атаки. Ну то какой? Да ты скачешь, иди сюда. Чё это? Так, давай лечиться. Это чё? Постепенно.
Рановато. Ну ты какой? Давай, ладно. Не очень удобно, конечно, уворачиваться. Но где свои ворота, как-то там попроще с ними. Тут как-то прям заморочены местами. Я хотела это самое. Ага, сейчас. Тихо, тихо, тихо. Бэшечка, ну была же. Куда? О, проснулся. Мазый. Сейчас будем порабощать. То есть ты мне предлагаешь это делать, да? Тихо, ё-моё. Когда заполняется шкала оруженосца, удерживайте Б. Нажмите Б. Это не то, что... Что-то проблемно немного. Можно как-то поработить вас. Что ты делаешь? Что-то странное, ну ладно. Так, иди сюда, давай. Лечилки-то, кстати, так-то нет. Могли бы и подкинуть парочку. Интересно. Выглядит, конечно. Впрочем... Окей. А, скрипты, понятно. ごめんなさい。私は神の意志に背いて、誰が選ばれたかをソムヌスに話してしまった。まさかあなたを殺そうとするなんて。そうか、皆を騙してソムヌスは王に。
ソムヌスの嘘が君を殺した。違う、聞いた。あなたの未来を壊してしまった。これは私の罪。罪を犯した者は罰を受ける運命。君に罪などない。神よ、お答えください。我らになぜこのような運命を。レイラ、ダメだ、ダメだ、レイラ。使命を果たしてアーデン。神の皆において私に罰を。エラ、殺して。そうだ、殺せ。化け物は楽にしてやれ。俺がそうしたいよ。にはできない。俺の使命は命を救うこと。人を死骸にしておいて笑わせるんじゃない。あなたは生きて。俺にはこんな簡単なこともできないのか。Мне сейчас лицо треснет, господи. Мата маморе накатта на. Шосен, бакемону ни хито ва скуэ ва шинай. Здесь не было выбора. Очевидно, конечно. Сейчас что-то взорвется. Ируса, Сомонос. О мае о коросену но нара, о мае га цукутта моно, свете кессатте яру. Ками, мохая аната но ируши о коу цумори ва най. Оре ва 俺の道を、地と闇にまみれて進む。それが俺の道。俺が生きるということだ。Найс. Шли годы. Сигай но кенкью о осисмета Нифльхайм 帝国は魔導兵の量産に成功。その功績が認められ、アーデン・イズニアは最初に就任しました。圧倒的な戦力により100年以上に及んだ戦争の均衡は破れ、ルシス王国は魔法障壁の縮小を余儀なくされました。ほどなく時の王モルスが逝去、若きレギスがその座を継ぎました。アーデンは死骸を世界に広め、人の記憶を奪い、ルシスに関する情報を集めました。いつしかとてつもない量の記憶を詰め込んだ彼は別人のように変わっていました。そしてついに復讐の時が来たのです。Наши дни?
Не, ну насколько, конечно, более полной видится эта игра с этим DLC. Я не могу, конечно, наверное, такого сказать про предыдущие. Несмотря на то, что, в принципе, DLC Prompt'а было неплохим, как и DLC Игниса. Но мне в DLC Игниса не совсем понравилась вариативность, если честно. Потому что я не люблю. Если вы убиваете что-то, если вы делаете какой-нибудь там грустный конец, не надо в каком-то DLC давать возможность это изменить. Это не ощущается так, как должно в итоге. Собственно, именно поэтому я не стала перепроходить DLC на какие-то другие концовки. Огненная месть, глава 3. То есть прошла на каноничную. あ、映ってるかな?盛り上がってるところ悪いんだけど。ルシス王国の皆さん、本日をもってこの国は終焉を迎えます。因果応報。偽物の王と偽物の国は滅ぶ運命にある。 何者だ? 特定できておりません。 А, это прям вот так вот, да? Дага, 敵であることに変わりはない. ルスを頼む. これ以上好きにはさせん. Ну-ну. さて, 始めようか. 来て! 今だ! Ой, блин, да трэпчик, господи, срезан. Вот рэпчик они этот зря прикрутили, конечно, в финалку. Тем более за Ардена. Долби, Эфрит. Идите сюда. Ну или нет. Окей. Так, ребят, тихо. И, кстати, получается, по идее, одним из деятельности именно Ардена, не столько Империи, сколько Ардена, коль именно он начал распространять вот эту всю чуму, да, звездную вот эту тьму. Так, когда заполните полоску навык, удерживайте РТ, нажмите что-то, ага. Так, РТ, ага. Эфрит будет некоторое время помогать Ардену в бою, дайте ему еще один приказ, чтобы вернуть его, хорошо. Дайте приказ Эфриту. Я с радостью. Дай мне кнопку нажать. Так вот. Видимо, и как раз таки из-за этого разрушались некоторые города, и в частности город Никса. Мы, конечно, знаем, что Империя разрушила город Никса, да и не только его город, если уж точнее. Но все-таки во многом это благодаря Ардену. Как жалко, что, по идее, сейчас Никс маленький еще. Хотя, возможно, он уже принят был в гвардию, ну, то есть, как на обучение. Сколько ему там лет-то? Он же постарше Ноктиса будет. Не помню, какой там был год, могу ошибаться, конечно. Потом будет проверить. Эти все там.
変身。こんな騒ぎが起きているようだが、どうした？こっちは至って順調。作戦通り、魔法障壁の増幅装置を探し破壊していってくれ。了解。期待して待っててよ。さて、増幅装置の場所はと。Так, отключить усилители стены, чтобы захватить район. Окей, хорошо. А я думаю, что это за музыка? А это, блин, будильник у меня работает. Смешно. Усилители также улучшают способности королевских гвардейцев, находящихся рядом с ними. Отключайте усилители, чтобы ослабить защиту врагов. Хорошо. Так, о, можно? マーカーの場所まで行って装置を破壊してくれ。ああ、そっちもタイミング合わせて攻撃よろしく。じゃ、行ってみようか。Нажмите LT, чтобы выполнить призрачный прыжок и быстро телепортироваться в указанную точку. А можно? У меня внизу сохранение. Обязательно. Рэп мне этот выключите, дайте сохраниться. Никогда не знаешь, когда пригодится. Не, управление за Ордена, конечно, космос. Можно, да. Вот. Самое время отдохнуть немножечко, перебдеть. Потрясающе, конечно. Да. Не, ну управление за него, конечно, интересное. Вот это вот перемещение просто. О-о-о-о. Что-то мне это напоминает, кстати. Уничтожайте находящиеся рядом монофонды, чтобы начать деактивацию усилителя. Я в процессе. Ну ты какой, а? Игзу. Не надо. Захренели, что ли? Ну это неприятно вообще. Ребята. Не люблю такое отношение к себе. Сейчас помру с уж такими темпами-то. Лечилки-то у меня есть? О, у меня есть лечилки. Не люблю такое. Так, братва, идите нахрен. Давай. А может, не надо, подожди. Пускай она поковыряет. Меня тут не трогай. Да чтоб тебе. Одолейте недавно активированного стража, чтобы полностью обезвредить. Вот это тихо. Скользите тени, чтобы зайти к врагам в тыл и провести внезапную атаку. Успешная внезапная атака делает врагов уязвимыми к обращению. Я понимаю, но блин, он слишком подвижен. Он слишком подвижен для меня. Это Кошардин. Ой, не вижу нифига, что происходит вообще. Где что-нибудь вообще? Где что-нибудь? О, в смысле, ну?
красиво. Неплохо. Напрягает, конечно, что... Ни хрена себе. Ну, это напоминает DLC Игнис очень сильно. Вы схватили сектор Б. Противники в этом секторе стали слабее. Хорошо. Самое время пройтись, собрать шпунчики, потому что, ну, зелий как бы не так-то много. Магазин шляп, серьезно. Зарабатывайте очки способностей за обращение врагов демонов и тратьте ОС на активацию узлов демонической сферы, чтобы получить новые полезные способности. Камон, это, мне кажется, не нужно в этом DLC такие вещи. Не нужны. Оно должно быть максимально сюжетным. Еще раз подпрыгнуть. Что это такое? Увеличить максимум узлов? Давай. Музыку уберите. Вот если YouTube будет еще потом бухтеть на эту музыку, это будет пипец, конечно. Так, ну ладно. Выпускает огромную сферу с фокусированной стихийной энергией. Это уже взято. Обрушить на землю. Ну, 3 секунды полоски. Давай, давай. Полное увеличение хпшечки, мне кажется, нам пригодится. Прям по полной. Способности мне в целом хватает. Так, нажмите после прыжка. Вот не знаю, нафиг мне это надо. Давай. Мне на это уже не хватит. Окей. Так, пойдем за шляпками. Покупайте для Ордена шляпы, надевайте их мини снаряжение. Конечно, куда же мы без этого? Соломенная шляпка. Сколько мне денег-то, подожди? 10 тысяч вообще изи. Ну хотя... Треуголка. Что из этого? Не, я не хочу ничего из этого носить, слушай. Треуголка, ладно, прикольная. Но тратить на это деньги? Я лучше на зелень какие-нибудь потрачу, если они тут продаются, конечно. Ну давай, ладно. Наркоманить так полностью. А ифриту шляпу можно? Так, костюм канцлера, ё-моё. Ну что это такое? Не, ну давайте не будем прямо совсем его унижать. Окей. Хорошо. Так, подожди, открой мне карту, пожалуйста. Нет, карту полностью. Как она там? Ну так. Барахлишко какое-то. Главное зелень... Собирайте предметы на сумму, не продавайте их в магазинах, чтобы пополнить кошелек. Чтобы купить шляпки. Конечно, вот. Ох, японцы, ё-моё, за что? За что, японцы? Ну-ка, прыгни. Ким хером, понимаешь, флагшток? Разрушить? Путешествие по инсумму, уничтожайте украшения и другие предметы, связанные с фестивалем, чтобы заработать больше очков. Ой, ну вот это не зря, конечно. Это они сделали зря. Это прям, ну, туповато. Вот Ардену больше делать нечего, кроме как шляпу покупать и вот это вот, да? Ломать. Ну, что-то как-то такое. Еще музыка такая какая-то, ну, совсем не арденовская. Хотя, с другой стороны... Так, они будут атаковать вас без предупреждения, следуйте подсказкам на экране, нажимайте кнопочку вовремя. Хорошо. Это было изи. О чем речь? А что это там розовое такое, подожди, не да? Что это такое? Кто что? Да ё-моё, ну... Торговый автомат. Что это там продается, не спроси. Куда ты? Так, стоп, он с той стороны, с этой.
Там нужно пройти. Так, ну-ка, давай. О, там уж зелье как раз-таки. Зелье, да, свершилось. Давай. Мне, наверное, столько не пригодится, но... Эфир за 400. Ох, это эфир. Ну, давай парочку. Пару-тройку, я бы даже сказала. Давай, давай еще. Пока оставим, кто знает. Так, ладно. Не знаю, честно говоря, это немножечко наркомански все выглядит. Сбор вот этих финтифлюшек, мне кажется, лучше идти ломать. По сюжету, короче. Слушай, а это прям обязательно делать, да? Ну, ну, похоже, да. Ну, как и в случае с Игнисом. Так, ну ладненько. Можно как-то? Так, ну тут можно было. Ну, пойдем ломать сюжетные штуки. Нифига не вижу. Камера, пожалуйста. Вот он какой-то очень странный. Он постоянно телепается к хрен там никуда. Зачем? Для кого? Камера тоже что-то за него упарывается местами. Ну, в принципе, ладно, не критично. Но он максимально, конечно, подвижный. А, тут мелких защитников не будет, да? Ну, знакомые ребята. Со спины зайди, пожалуйста. Да, со спины, ну ё-моё. Ну как это работает, всё-таки странно. Вот, вот, вот ты со спины, понимаешь, можешь его бить, вместо этого он куда-то телепается, хрен пойми, куда-куда-то вперед, чтобы бить спереди. Зачем он это делает? Вот, вот что, вот такое, камера, конечно. Упурин. Нет, его господи. Ой, ничего себе. Вот где я? Где он? Что происходит? Иди сюда, мне там неудобно. Ох уж этот телепорт. Ну такое себе, конечно. Слушай, ХП у него нифига. Давай, он уязвим, долби его в спину, ну ё-моё. А, вот, вот что, зачем он вот эти телепорты непонятные делает? Зачем? Я... Долби его в спину, пока он уязвим, ё-моё. Ой. Вот, 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 спасибо. Вот ради этого нужно долбить его в спину, понимаешь, Ардин? Уязвимость всему, голова. Еще один магазин шляпок, там другие шляпки, что ли? Не вынуждает меня. Это что такое? Враги. Так, вот так, давай. Где? Небо еще портится потихоньку. Подожди, а где? А, подожди, не понял. Ну, как-то вот... Как-то... Неужели? Ага. Блин, заморочено. Подожди, а если вот так? Можешь? Нет? Ладно, давай по-другому.
Ну-ка, сломанный передатчик. О, это было очень важно. Безусловно. Так, ладненько, давай. Так. Так, что в этом магазине для шляпок, минуточку? Не туда. О, Ардин! Ну вот куда ты бьешь, ну? Вот, да дятел, ну. Какой-то неудобный. Ух ты, господи. Так, минуточку. Надо было этим пользоваться, конечно, но кому какая разница. Ну что, мне вас убить? Ошимай! Найс. Коннамоно? Гаккари да ё! Немножечко наркоманская DLC, если честно. Чуть-чуть так. Самая малость. Самая малость. Где шляпки-то мои? Здравствуйте. Очень-очень сложно нажимать эти кнопки. Вот. Если, я надеюсь, другие будут, иначе смысл. Не то, чтобы я их буду покупать, но... Соломенный охотничий ковбойск. Ну да, чуть-чуть по-другому, но не такое. Ну, короче, все, что тут лежит, ты сможешь, по идее, нацепить на себя. Но, ну, я не знаю. Оригинальная шляпа мне идет больше. Ломай. А машинки можно ломать? Можно, ничего себе. Ну, и она исчезла. Ну, типиков. Не то, чтобы я ожидала чего-то другого. Так, нужно это вот. Нет? Лагерек, кстати. Сейчас, подожди, где она? Угу. Да ём она! Сунива икеру гамайо! Гамбатте не! Так, раз, купюра. Нафиг я это делаю всё, слушай. Ну ладно, ультразелье, окей. Тут без вопросов. Так, где моя скамейка, на которой можно отдохнуть? Так.壊れちゃった。おお、よせせ。やっ。死ね。やっ。よっ。こっちだ。おしまい。ちゃんと死ねるんだ。羨ましい。もろいな。 Великий злодей ломает вывески. Это, конечно, все отдает немножечко. Вроде жестокость в Ардине есть, но при этом такая толика безумия и юморка. Это, конечно, очень флешбочит на кевку. Здравствуйте. О, господи. Кевка вроде тоже хихонький да хахонький, а потом взял и много чего сделал, скажем так.
дабы не спойлерить. Почему я этим занимаюсь, боже? Я не могу сказать, что мне это прям надо. Ну красиво, конечно, за него драться прям. Очень эффект. Да иди ты невыразительно. Не, очень эффектно получается, конечно. Но он такой немножечко. Вот этот подъем по стене мне, кстати, немножечко напоминает Second Sun. Я поняла. Я поняла, с чем у меня идет ассоциация. Нет, нужно сперва от них, конечно, избавиться. А то потом еще и с ними, и с этим самым, со стражем такой себе, конечно. Ты тут... Ну какие, а? Ну? Тихо. Да не туда. Где ты? Ну куда? Иди сюда, зараза. Так. И Фритус не уходи. Там еще кто-то бегает мелкий. Что ты бесишься-то? Он же еще не активирован. Но... Он делает вид, что он работает. Активно. Активно притворяется. Камера, камера, пожалуйста. Да ёмана заманали, еще и этот сейчас проснется. О, сволочи. Так, нафиг валим. Тихо. Успевать тут что-то видеть вообще. Так, больновато. Жалко у Ордена нет возможности как бы передохнуть, как у Нокта. Но по-другому мана восполняется. Но по привычке дерешься все равно один фиг как Ноктисом. Ой, не успела, что-то завтыкала ногу. Ты по мне попал. Ой, 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 это уже игра. Простите, я засмотрелась. Да уби эту хреновину. Давай еще немножко.
Бэшечка, бэшечка, давай, мне нужна бэшечка. Хорошо, хорошо. Четыре штуки еще, да? Я надеюсь, здесь, как в эпизоде Игниса, не будет такой фигни. А, уже можно идти. Ну, хоть на том спасибо. А, смотри, уже можно идти. Ну, на это просто... Браво. Я что-то прям перепугал, что заставит прям все зачищать, потому что, мне кажется, это было бы несколько перебором. Помнится, в DLC Игнисе нужно было, по-моему, все зачистить, если не ошибаюсь. Либо я зачищала все, поэтому я так запомнила. Что-то из этого... Ой-ой-ой, вот это проблема. Можно наверх? Ну, хотя наверх, там где-то... Где Нытька? А, Нытька здесь. А чё, почему я думал, что наверху? Не знаю. Вообще, конечно, лучше сейчас побегать немножечко, пособирать. Лечилок мне один фиг хватит, но... Ну, ё-моё. Ай, занен дэшта. Господи, сколько честных солдат погибло вообще в этом трэше? Так, можно как-то... Ой, тут жетон, ничего себе. Так, подожди, где? Вниже? Где вниже? Тут ниже, там выше, я знаю. Тебе тут... Где вы вообще вместе? Что происходит? Подожди, дай мне это самое. Где-то выше, но ниже. Вот тут, что ли? Ага. Так, где что-нибудь? Ну, в принципе, уже можно идти. Я предлагаю пойти, потому что вот эта зачистка, она нафиг мне не упала, если честно. Можно, конечно, ради ачивки. Но, честно говоря, чем меньше от рук Ордена погибнет, тем будет лучше. Ну, лицо мне прикольно выглядит. В этом DLC конкретно, я имею в виду. Нравится в целом. Так, ну-ка. Мороина. Чё там, кстати, по прокачке? Да мы помним, да. Так. Удар метеорита. Ну, впрочем, ладно. Как?
Че-че-че? Вашу силу? Давай. Так, че-че-че? О, нифига себе. После серии 100 ударов. Подожди, серия 100 ударов. Если меня один раз ударит, то это типа... Не считается серией, да? Непонятно. Больше частиц. Что такое? Ну не знаю. Снайперскую винтовку. Ну. О, две ш... Это единички не хватает буквально. Да вот хз, что брать, если честно. Что-то тут видела такую мелочь какую-то. Ну фиг с ним, давай. Надо сохранение найти. Не, ну боевка, конечно, за Ордена просто. Что-то хорош. Так, ладненько, вот вижу. У-ху. Наверху что? Где моя скамейка? Дай скамейку мне! Каждый раз что-то ору с этой скамейки. Так, ладно. Пойдем получать люлей от Региса. Да идите вы нафиг, ё-моё. Во-во. Какие жирненькие. Вроде восьмой уровень, а такие прям крепыши. Так, минуточку. Где? Ну, конечно. Вот кто в здравом уме будет здесь промахиваться по этим бэшечкам? Скажи мне. Че, вот это было лоздолбать, конечно. На фиг с ним. Пускай сами работают. У меня тут король. Верштейль. Ишь. А, он шляпку держит. Я думаю, куда у него рука пропадает? Ну вы меня уронили, ну хана вам.
Блин, вот он больше, по-моему, во время атаки уворачивается, чем нападает. Я не знаю, как... Да, ё-моё. Не знаю, как у него это работает. Он, по-моему, во время уворота уворачивается меньше. О, темнеет. Найс. Мрачняк включается. Я пытаюсь просто провернуть одну штуку, чуть меньше получается. Иногда получается, иногда нет. Тихо. Ой. Да господи. Ну да, рановато еще. Ну ты какой, а? ルシスの兵士ってのはそんなものか。攻撃を開始する。だよマノ。Сколько у вас тут еще будет-то? Таких. がっかりさせないでくれよ。Надо было метеоритом, но что-то... Ну ладно. Пойдет. 神様の力はすごいね。Иди сюда. Да, ну меня не убей. Ух ты, ё-мо. Ну неплохо. ちょっとやることがあるんだ。そっちは任せるよ。Нет. Сохранение дашь? Вот, скамейка, подожди. Считай, прям понеслась. Вообще, у меня, по идее, должно как-то автоматом, наверное, сохранить. Но, видимо, нет. Ну так, знаешь, как перед головой какой-нибудь. Финальная мочилова. Ну,
Вообще, кстати, говорят, то, что в этом DLC, не знаю, как оно в итоге получилось, но что-то ходили слушочки, что можно как-то так, то ли это конкретно DLC, то ли вообще какое-то другое, пройти так, чтобы хэппи-энд был максимальный. Если сейчас будут какие-то выборы, я думаю, в этом случае мы посмотрим, что там да как. Но если нет, ここで何をしている？ああ、あんたが王様か。警備隊のものではなさそうだな。 目的は何だ? やっと会えた。 武器召喚。 あ、 ссылочка номер 2. お前一体 王家のものならよく知ってるんじゃない? はたぎ産むか? さあ、 ルッスの血は今日で終わりだ。 Собственно, такой кадр был едва ли не в самом первом или максимум во втором трейлере, когда Ноктис встретился с неким магом в белом капюшоне. В итоге этим магом стал брат Луны, но не будем показывать пальцем. Да тихо, подожди. Бог с кем-то ну, мужик! Регис, Регис, пойдем наверху драться, там прикольнее. Там красивее. Иди сюда. А, это, может, это канон? Вряд ли. Ну, наверху ж прикольнее, ну пойдем туда. Где-то есть тоже. Эй, я же нажала. Иди сюда, мне там удобно, около стенок тусоваться. Что ты там мучишь? Что-то около него очень странно оружие летает, не так, как около Ноктиса. Ноктиса как-то поприкольнее. Ой! Что-то провтыкало, да? Хара, около стен стоять неудобно же. Давай на всякий случай. Ты там лечишься, что ли? Ой, что-то было. Сожрать, что ли, фирчика? Что там мучит? Что-то мучит прямо, вообще. О, сейчас опять что-то что-то. Да господи, харе! Лечиться? Ой, лечиться надо тоже. Амай!
終わりだ。ここか。Ломайся защиту. Воу-воу-воу-воу-воу. Тихо-тихо-тихо. Регис, Регис, Акстис. Нам еще с тобой кино делать, ты что? Какая болючая атака. Главное, нажимаю ворот, не работает, а он должен работать, даже когда стазис. Ну да ладно. Да не сын, тебе еще кино снимать. Мазака. Кого ты видишь? Где моя уязвимость? Со спины нападаю, ну? Не туда. Ой, давай лечиться. どうした？まだ終わりじゃないぞ。第一魔法障壁。なぜそれを？歴代の王の魂が宿ってるんだって。出してくれよ、その第一魔法障壁ってやつ。Не после этой встречи Регис начал хромать. Синжатта? Шиматта. Чё-то я рисуни так. Ну это было слишком просто. Сумнасы. Идти колотить. Сасибли дана. Пундуя. Светла умая. Орео лексикара кисаки. Адагиву тою бакемоно тоште. Умнаста. Сигай ни кегарета моно оуни ва декина. Ани. Втатаби ями е каетте куре. お前直接殺せるなんてな。大きな人形に入ってるなんて卑怯者のお前らしい。さあ始めよう。ああ終わらせてやる。なんという力。汚れし力がここまでとは。俺の判断は正しかった。Вот так послушаешь его, кажется нормальным, да? Сомнус, в смысле. Так, не надо. これは兄上が妬ましかったのかもしれない。神が与えたその力、人を救う力が。はあ、何を今さら。
накапай, накапай, накапай. Я не могу. Стой. Что-то мутит. Сейчас помру. Позорно. Ну нажала же у ворот, камон. А что такое? А это типа канон? Угу. Что-то как-то неудобно. Можно как-то? Нет. Мне не нравится в этом режиме. Неудобный какой-то. Хотя, наверное, это надо было так сделать. Ну, зато красиво получилось, добивающий удар через башечку. С одной стороны, было бы красивее, если бы мы его в таком темном режиме добили. С другой стороны, он какой-то неудобный. Ануэль は辛いことをしたが、ルシスの人の未来を守るためだった。世界のためなら犠牲は付きものだと。ああ、そうだ。俺たちは使命に従い、長きにわたり人を守ってきた。 そうか。今ではお前たちの方が神の使徒か。許されるはずもないが、すまないことをした。はあ？どこまで独りよがりなんだお前は。ふざけるな。もう。 安らかに眠ってくれ。<笑><笑> Наденька, здравствуйте. И ни один не попал в цель. С Бахамутом драться? Кеншин. Камига! Назе зямау сыр? Умоя не смея, ты ван нами. Умоя не смея. Секай не ями уж умею коту. Ями? Лисисы. Я на ты сын, но умоя не буду.
говнюки, боги все-таки. Я поняла все, я все поняла. それは救世主ではなく闇をもたらすもの。その真の王とやらに殺されるためだけに生きているだと。それが神が与えた運命だというのか。Ну так ведь сейчас типа выбор будет. Подчиниться судьбе или воспротивиться? Ну, я так понимаю, он пытался воспротивиться по канону. Ну, давай попробуем посмотреть по красоте, что там будет. Канон-то мы уже видели. Я Мио Хирон. Синно Оуни коросалета то штемо. Соле де Ооке но цзиджи га таэру но нара. А, может быть, это и есть канон? Короче, я запуталась, короче. Стагау. Блин, вы боги, да, засранцы. Просто сколько судеб разрушили. С другой стороны, я так понимаю, Арден был как раз таки... Эйра, назе котае най? Котае ро, Самирусу! Котае те куре! Это сейчас странно, логотип, к чему он был, господи. Что происходит? Что это такое? Зарежет сейчас их. Я мио хирун. Синно оум.
導き殺す。そして全てを絶望という闇で塗りつぶしてやる。Ну, короче, что-то я запуталась. Я думала покориться судьбе, типа принять, знаешь, и успокоиться, но походу наоборот. Ох уж эти японцы. Но в любом случае, сейчас и то посмотрим. Короче, суть прикола богов. Ну хорошо, может и хорошо, что мы это первым посмотрели, потому что в конце такое смотреть как-то неприятно, наверное, было бы. Так вот, о чем бишь я? Получается, главный замысел богов был, чтобы в одном человеке тьма по большей части собралась, а потом он привлек к себе как-то достаточное количество внимания или что? Потому что он сперва собирает тьму и должен был его убить... Ну, король света, и тогда бы тьма, собранная в одной точке, светом бы полностью уничтожилась, и все, тьмы бы вообще бы не осталось. Но как-то пошло все не совсем так, потому что в итоге изначально-то как бы был вроде, да, этот самый, господи, Сомнус, но он не был как таковым королем света, он был просто продолжателем рода, и убил он в итоге своего брата из-за власти, или все-таки... увидел то, что что-то пошло не так. Тут можно решить для себя самостоятельно, потому что есть сторона Ардена, он видел эту ситуацию с одной стороны, с другой стороны, Люциус сам в конце не так, чтобы выглядел каким-то говнюком. Может, он потом осознал, может быть, нет. То есть, мне кажется, здесь каждый для себя что-то сам выберет. Может быть, конечно, в анимешном прологе там видно получше, но мне все-таки кажется, что там тоже примерно вот так вот. Хотя, возможно, я ошибаюсь, надо посмотреть. Боже, надо было сразу это сделать. Что ж я так поздно о нем вспомнила? Не суть. Ну, короче, в итоге Ноктиса растили как героя, который откинется, уничтожив тьму, а Ардена... взращивали боги, чтобы быть сосудом для этой тьмы. Грустненько как-то, что так, что эдак. Неприятненько. Сраные боги и их игры. Ну да ладно уж. Но зато вроде как после них уже не должно остаться ни тьмы, ни вот этого всего дерьма, ни звездной вот этой, ни звездного поветрия, как оно там. Ничего такого. По сути, и те, и другие, они жертвы. Единственное, что Нифельхаймская империя, она как была засранистой. Ну, не вся, конечно, империя, там же тоже люди живут обычные, а именно вот верхушка этой империи, Верштаэль, император, который в итоге в демона превратился. Верштаэлю там, или кто там из них? По-моему, обоим досталось. Но, да, в император, в демона превратился император, а Верштаэлю... просто не повезло, скажем так. И там все хороши, конечно. Жалко, очень жалко, что не будет других DLC-шек. В принципе, вот так вот посмотришь, в принципе, слишком много в принципе. Нельзя сказать, что прям какой-то мега выдающийся DLC, что они там так долго делали. Не совсем понятно. Правда, мутки, конечно, были. Но, по сути... если так пораскинуть мозгами, DLC за промпта Игниса они получили самыми такими, мне кажется, более продолжительными. DLC за Игниса вообще там с вариативностью, с какой-то... не очень люблю такую фигню, когда, знаешь... мы сделали грустный конец, но потом мы выпустим DLC, где вы можете его отменить полностью, и это как-то обесценивает. Не люблю такую хрень. Типа, они, допустим, мы всех убили, но если вы купите этот лотбокс, вы сможете их воскресить. Знаешь, что-нибудь такое? Вот это для меня вот так вот примерно выглядит. Так, давай пропускать. Я не думаю, что там что-то будет. Или будет? Будет. Галюны.
Сокуаоноиста. А, ну, до. Это, короче, канон, собственно. Это канон. Мы выбрали, то есть подчиниться судьбе, это канон. Я, честно говоря, думала, что наоборот, подчиниться, принять, успокоиться и жить дальше счастливо. Ну, что-то, ну, как бы умереть счастливо. Ну, что-то вроде того. Голос, кстати, у взрослого Ноктиса поменяли. Он раньше был обычный. Не знаю, это только в ПК-версии, потому что в PlayStation-версии у него был точно такой же голос. Это странно было. Окей. Хорошо. Собственно, эпизод Ардин. Обычная сложность. Хорошо прошли. Ну, блин, камон, мы там не все заковыряли. 2 часа у нас это время заняло. Ранг S. Ну, не знаю, по-моему, кстати, неплохо получалось. И у воротики, и все. Единственное, что смутило немножко, то, что... Какого хрена он уворачивался, когда он должен атаковать? На кнопку атаки он очень часто делал какие-то телепы вперед. Это, конечно, напрягло. Ну да ладно, сейчас пойдем посмотрим вторую концовку. Придется, наверное, босса еще раз подковырять. Эх, ну ладно уж. Что не сделаешь ради второй концовки? Камига! Назе зима усрю! Here we go again. ミシス。やがて神の闇を滅ぶこと。闇。ミシス。やがて神の闇。神の人々の希望となり闇を放る。お前はその天に光を導く果てしない闇。神の音は何だ。 いけにとはどういう意味だ。覚醒した暁にも歴代の王の力を結集し、お前の使命から解放するであろう。その時こそ王家の秩序は全て絶え、お前の復讐も完成する。それは 定められし運命。俺は救世主ではなく闇をもたらす者、その真の王とやらに殺されるためだけに生きているだと。それが神が与えた運命だというのか。 Так, ну, собственно, ломаем судьбу. Сейчас, если дадут подраться с Бахамутом, о боже. そんな力をくれと頼んだ覚えはない。俺は神のクグスにはならん。愚かな人が神に逆らうか。人だと。違う、化け物さ。俺は俺の道を生きる血と闇にまみれようとも。 死にや幻に用はない。エイラ、もう十分だ。 神々も歴代の王もすべて真の王のために尽力するだろう。運命に抗うなど
無駄なこと。すべては導かれている。人がそうと気づかぬだけだ。人は神の庇護のもとで生きる以外の道などない。邪魔をするなら、再び立ちはだかるまで。Сраные боги, господи. Просто... Ну, в принципе, на самом деле, отличия не такие большие. Я думала, что-то как-то прям как в случае с DLC Игниса будет что-нибудь, какая-нибудь хитрожопость. Но что-то, я так понимаю, не особо, да? Ну, ладно. Может, оно к лучшему. Синдейрнока. Соретому. Арди нажал поле. Митомен. Окему, Камиму, Синоому. Финал прям один на один, что ли? Один в один будет? С вот этим полем, вот это вот. Ну, по-моему, да, особо никакой разницы. Потому что здесь просто даже ролик идет, он, по-моему, даже в 30 кадрах идет. То есть разницы, так понимаю, никакой не будет. Ну, такое, конечно, смысл. Финального босса еще раз ковырять, вот этого двойного Региса, а потом Сомнуса. Эх, ну ладно. Ну ладно, увы. Ну что-то как-то, блин, а смысл? А смысл? Не, прикольный, конечно, DLC, но... Они прям так долго делали эти DLC-хи, еще должны были другие какие-то делать. Но, честно говоря, как-то я ожидала, наверное, что-то побольше как-то, чего-нибудь. А так, по сути, они повторили систему DLC Игниса. То есть вот у тебя кусок города, вот у тебя враги, ты можешь зачистить эти зоны, можешь этого не делать. По сути, что было? Мы вышли, чуть-чуть подрались, потом походили по комнатам, почитали всякое лорчик, кусочек. То, что мы должны были на самом деле узнать еще в оригинальной игре, ну ладно. Чуть-чуть поковыряли Ифрита, мы его даже не добили, потому что здравствуйте, скрипт. И потом сразу начался город с вот этими зонами, где достаточно... Ну, три, да, убили, господи, уничтожили три зоны, и потом можно уже было идти к финальному боссу. Чего они там так долго делали? К чему они там так долго готовились? Может, боевку, конечно, продумывали за Ардина и тестировали ее. Это я еще могу понять. Но что-то как-то не. Выбор финальный, честно говоря. Вот что он есть, что его нет. Чуть-чуть заставка только меняется. Вот это предфинальная. А так финал абсолютно идентичен. Ну да ладно. Мне только интересно, поменяется ли сейчас главное меню. Потому что до этого оно менялось. Мне интересно, будет ли какое-то существенное изменение. Давай вот так вот. Опа. А, ну да, вот эта штука, я совсем забыла. Занненна осирасе дес.
お前に座る資格はない。そこは王の椅子だ。Так, ну хорошо, да-да-да, 14 глава, финальная, все дела. Мы помним. Ну давай, покажи мне. Покажи мне скорее. Покажи мне главное меню. Ну, все то же самое, в принципе. Понятно, понятно. Претерпев многовековые страдания, Ардин готов наконец сбросить все оковы. Ненависти, боли. Ну да, та же самая менюшка. Миленькая, конечно. Вот здесь, кстати, Ардин сам на себе чуть не очень похож. Скажем прямо, даже форма лица какая-то не совсем такая. Ну да ладно. Собственно, неплохо, в принципе, на уровне предыдущих DLC. Чуть-чуть дополняет основную историю. Слава богу, они как-то систематизировали информацию о том, в какой последовательности что происходило с этими богами, что произошло, откуда тьма, вот это вот. Ну, ладно, не откуда прям, но я думаю, вы понимаете, о чем. Вот. Хоть на том спасибо, на самом деле. Очень жалко, что в итоге два DLC отменили про Луну и... То ли про Ранею, по-моему, собирались... Про Ранею, по-моему, собирались, про девчонок, про наших. Очень-очень жалко. Про Ранею хотелось бы узнать побольше. Да и про Луну, честно говоря, тоже. Потому что очень мало ее было в основной игре. Собаки использовали старый проверенный ход. С ее, скажем так, сюжетной линией. Эх. Но, как я уже говорила... А, можно, кстати, сменить фон. На этот. Да не, давай, слушай, туда. Там миленько хотя бы. Хотя и не особо соответствует истине. Ну ладно. В принципе, вся 15-я финалка довольно проблемная, потому что у нее история создания довольно сложная. Ее создавали, как я уже много раз говорила, не 10 лет, как любят повторять ньюфаги и те, кто не сечет фишку. Ее создавали от силы года 4, причем в последний год ее экстренно перелопачивали, в том числе... сценарий. Потому что кусок сценария был просто вырезан. Видимо, у них что-то там не получалось, либо они не успевали. Я не знаю, в чем у них была проблема. Они решили сделать из куска сценария кино. И игрушка, конечно, отчасти много потеряла из-за этого. Она должна была выглядеть во многом по-другому. Сложно сказать, что было бы лучше... Если бы оставили так, как было, или сделали, как в итоге получились, потому что, слишком много нюансов, и, опять же, неизвестно, если бы они не стали ничего менять, вышла бы эта игра вообще, потому что с теми проблемами, которые были в процессе создания, то есть Намура уходил, приходил, потом пошел Kingdom Hearts сделать, потом... ой, короче, много чего было. Хотелось бы, конечно, лучше, чтобы и основная игра была... более подробно и не пришлось делать вот эти вот DLC-ухи. Но получилось, как получилось. Спасибо, что оно хоть вообще вышло. Будем надеяться, что все-таки в будущем таких проблем у студии, во-первых, не будет. У компании, в принципе. Ну и все-таки, что отношение к фанатам улучшится. Потому что в последнее время, честно говоря, немножечко обидно за себя, как за фаната серии. Бывает, знаете, прослеживается такой элемент, то что... ребят, я же вас люблю, за что? Бывает такое. Собственно, все. Единственный момент, хотелось бы, ребятушки, у вас уточнить. Хотите ли вы увидеть перепрохождение данной игры только с русской озвучкой и, соответственно, той версии игры, которая была... релизнуты непосредственно на ПК, потому что какие-то моменты там обновились, стало доступно, стали доступны к прохождению, точнее не к прохождению даже, а к управлению, господи, я уже забиваюсь, к управлению другие персонажи, не только Ноктис, но и как бы товарищи. Просто так получилось, что когда-то я подумала, что вам, возможно, такое прохождение нужно, и то, что русскую озвучку неплохо бы послушать, и посмотреть, как там перелопатили в итоге 14 главу, потому что она там очень сильно изменилась. И в какой-то момент я даже начала записывать это прохождение, но
что-то как-то вот оно до сих пор где-то там записывается, и оно не завершено, и оно вот таким вот макаром прозябает где-то на задворках нашего канала уже где-то год. Там есть какое-то определенное количество серий. Так, знаешь, такие консервы, уже хорошенькие такие консервы. И, собственно, очень важный вопрос, хотите ли вы это увидеть все? Надо ли это как-то допроходить? Это, конечно, получится очень странное прохождение, потому что, ну, как бы, год, понимаете, да? Напишите обязательно, потому что если вы в этом заинтересованы, в принципе, я думаю, я как-то это все доковыряю, допройду. И просто потом выложу спокойненько. Да и все. Но единственное, да, это прохождение будет таким немножечко консервированным, потому что первые серии этого прохождения записывались еще в прошлом году. Не знаю, надо ли вам такое. Но там русская озвучка, компьютер, 60 кадров и вот это вот все. Напишите обязательно, если вам интересно, буду смотреть по вашим комментариям. Если нет, ну как бы и хрен бы с ним, может быть потом когда-нибудь на PlayStation 5 мы с вами полноценно перепройдем Royal Edition, потому что на консолях, слава богу, она тоже есть, и все у нас будет замечательно. Потом, когда мы получше, там, когда-нибудь посильнее соскучимся по игре, может быть, может быть. В общем, напишите, а я уж буду от этого, от всего отталкиваться. Пока что я говорю вам большое спасибо за внимание. Спасибо, что дождались. Не все наверняка дождались это DLC лично у меня, от меня. Но если вдруг вы в рядах таковых людей, спасибо вам. Я верила в вас. Спасибо, ребятушки. И, в общем-то, все. Жду ваших комментариев. Спасибо еще раз за внимание. Давайте скрестим пальцы на ногах, чтобы в ремейке Final Fantasy VII были русские субтитры. Все. Всем спасибо. Все свободны. Пока.